Продолжение дня 11 июня 2016 года. Это детский православный лагерь Стан. Сейчас я покажу надпись. Вот он. Православный лагерь Стан. Посторонний вход воспрещен. Вот, внимание, идет видеозапись. То есть все у нас здесь записывается. Чтоб все знали. Вот. Православная наша визитка. Православный библейский сайт. Также у нас форум есть, на ютубе канал есть. Вот дальше идем. Посмотрим, чем у нас занимаются ребятишки. Поставлены на работы. Вот. Вот трудятся. Так. О, молодец. Как тебя зовут-то? Соня, вот молодец, трудится. А тебя как зовут? Как тебя зовут? Маша. Маша, вон она, Маша. Радость наша, если, конечно, радость. Все, давайте, во, молодцы. Сразу видно, знаете, что такое сорняки. Это они Викторию пропалывают. Так вот, пойдем посмотрим, чем у нас занимаются мальчики. Сейчас выйдем. С утра уже и начальник пришел, начальник лагеря, вместе с ребятами. Вчера, вернее, они очистили столовую, и мы уже сегодня здесь завтракали на открытом воздухе, потому что здесь меньше комаров. Так как в нашей столовой под крышей там много комаров. Просто невозможно есть, отвлекает. Вот. Вот она наша столовая. Слава Богу. Здесь еще крапиву я сейчас повыкашиваю. Сейчас посмотрим, чем у нас мальчишки занимаются. Иначе уехали с Виталием Калинником пруды измерять. Два пруда, которые он хочет восстанавливать с Божьей помощью. Вот тут и брат у нас Никита, старший, вместе с ребятишками, с парнями. Удергивают сорняк, крапиву жгучую. Каждый пределе. Вот Тимофей с граблями. То, что он не крапивой повыдергивал, он теперь пучкой собирает. А мы крапиву вот выкапываем с корнями, что возможно. Угу. Освобождаем молитвенное место. О, он что нарыл. Нестор. Ну, что-то тут еще. Неправильно держишь, Тимофей, грабли. Одна рука должна внизу быть, другая здесь с краю. Так, во, так вот греби. Все, а это кто-нибудь... Или ты в кучке делаешь, да? Угу. Понятно. А потом уход сюда. Угу. Вот так вот с Божьей помощью трудимся. Зарабатываем себе на обед, называется. Андрей, сделай кепку, как положено. Ладно, слава Богу. Пошел я тоже работать. Слава Христу.